Территориальное управление Краскова-Малаховка возглавил новый руководитель. Им стала Ольга Байкова, которая ранее работала в администрации городского поселка Малаховка. Новоиспеченного начальника представил коллективу глава Люберец Владимир Ружицкий. Он выразил надежду, что ее опыт и профессионализм помогут решить самые наболевшие вопросы на этом участке округа. Сделать предстоит очень много. Буду делать упор на общение с жителями. Надо наладить с ними контакт. То есть у них очень много вопросов, и они порой бывает не знают, куда обратиться. Поэтому я в первую очередь, наверное, возьмусь за Малаховское озеро, потому что там, конечно, нужно контролировать. Там нужен жесткий контроль, нужно каждый день быть на объекте